почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Уятского государственного университета. 19 июня 2021 года ушел из жизни единственный в мире писатель-сантехник, бесконечно веселый человек, спасший от депрессии и грусти тысячи читателей Слава Се, Вячеслав Солдатенко. Он проживал в Риге, написал по-русски и, без сомнения, принадлежал к русскому миру. Умер на 52-м году жизни от ковида и пневмонии. Он умел сохранить чувство юмора в любой ситуации и в 2002, когда он ушел из директоров в сантехнике, и в 2014, в котором он остался без жилья. В предисловии к своей последней книге «Маленькая опера» он написал: «Теперь с вершины удивительного 2020 года 02, 08 и 14 вызывают ироническую улыбку. Как молоды мы были, как верили, что у сюрпризов есть дом». Но нет сомнений в том, что все будет хорошо. Но книгу лучше купите. Она будет вам, как зонт в погожий день, гарантией, что дождь не соберется. Всех люблю. Ваш Се. Книгу я купила, а узнав о смерти Славы Се, заплакала. Так грустно, когда люди уходят, но почему-то невыносимая грусть того, когда уходят веселые люди. Я осознала с ужасом простую истину. Мы спорим о современной литературе, хвалим, ругаем, разочаровываемся или наоборот. И все это так, как будто мы живем вечно. Но вот Слава Се уже ничего не напишет. Понимаете? Ничего. Это простая мысль, банальная, но как прав Ефим Шифрин. Это лучший из известных мне рассказчиков, пишущих по-русски. Невероятно талантливый, остроумный и столь же скромный человек. Слава Се по образованию психолог, работал в МВД, а потом по воле рук стал блогером и прославился незатейливыми, но веселыми историями про сантехника. Хорошо помню, как впервые читала «Сантехник», его код, жена и другие подробности, потом прочитывала каждую его новую книгу, удачную или не очень удачную. Кстати, его первая книга тиражом 3000 экземпляров разошлась за 3 дня. «Маленькая опера» состоит из 3 повестей. «Маленькая опера» – совершенно невероятная, бредовая в стиле дурдома история о постановке итальянцами оперы Вагнера в борделе под пристальным вниманием нацистов. «Свингеры» – ироничная, бытовая и философская история про любовь характера и московских свингеров. «Маша Дача», «Карантин» и прочие – легкие, маленькие, юмористические зарисовки, которые лучше всего удавались Славе Се. Да, нет сомнений в том, что все будет хорошо. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».